5, пацан. Прикройте там, я не знаю. Тут патроны еще. I found this, if you need it. По-моему, на магазине кто-то есть. Ну, мне кажется, я не уверен, потому что я слышал вроде как звук ладаут. Мы так запаковали. Пошли, всё. Пошли тихенько туда тогда. Сейчас, секунду. Окей, пошли на лоудаут, хрен с ними. Пошли на лоудаут, где он там. Они неподалеку. Два лоудаунта, они неподалеку. Их три, а нет, два. Да не, вроде никого тут нет. Так, теперь мы можем тогда патронов взять. Вот вариант. Пошли, может быть, в зону. Не, ну да, я броню взял. А, не, мне патроны точно надо. Я мог купить патроны. Ну давайте пойдем. Вертолет летит. Может быть. О, я подожди, могу. Может быть это на лоудаут. Так, стоп, это за нами вертолет. Давайте здесь байкодируемся, короче. UAV у меня. Они я врубаю. Да, они а, один там бежит через дорогу бежит. Да, Дим, принимай. Вадик, ты крой лучше вот эту дверь, а я буду крыть. Они просто над нами сейчас. Да, да. Не, ну один Дима прав, они. Стан. Готов, вступил. Где он, блин? Осторожно. У меня пресижен есть. Да. А? Где? Могу кинуть на себя, как бы оно на крыше их заденет. Да, давай. А, placing open door. Отходите. Ладно, просто херня. Есть, кто-то кого-то положил. Да. Блин, и как к нему забраться? Он сейчас попытается сползти с крыши, чтобы его спасли. Я не думаю, что они разделились. Опа, они его воскресили, да. Они оба на крыше. Это другая команда. Это другая команда? Капец. А, в смысле, я думал, ты на магазине кого-то еще воскресили. Не. Рядом. Вот он, вижу его. Так, снял ему броню. Перезаряжаю броню. Блин, у нас херовая позиция, конечно. Нам с этого выбегать надо, им тоже. Им тоже. Сейчас будет хорошо, пацаны, мне кофе привезли. Так, а вы можете... Кто кого стреляет? Другая команда пришла. Фак, валим тогда, пока они друг другом перестреливаются. Поменяем позицию. Давайте. Бежали. Может, нам? Сюда, они пускают падать? Да. Вон канат. Ну сейчас канаты снимут, конечно. Но... Не, ни хрена. Сейчас я их попробую снять. Давай, минус. Красава. Подсвети. Минус. Я прыгаю к ним. Так,
Все, они уже мертвы. Ты, если взял бы этот, как его, сраный, блин, вертолет, был бы здорово. Не, я не могу до него добраться. А кто еще тут, блин, стрелял, а? Они, может быть, их поснимали? Вертолет, говорите, забрать? Да, да, да. Вадик возьмет вертолет, дядя. Давай, подбирай нас. Если я сейчас не умру. Я вот тут так. Давай. Тут дым вот так прямо вот. Давай, 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 спускайся к нам. Вадик, сюда, что, сюда. Есть. О, поехали. Так. Куда летим, показывай. Иди, иди вперед, сейчас разберемся. Окей. Оу! Разберешься, копи, и мы будем сюда-то все. Сюда летим. Полетели. Кто по нам стреляет? Откуда-то слева. Только не взрывай его, сядь аккуратненько, он нам еще может понадобиться. Хорошо. Если кто-то увидит, что по нам навелась ракета, говорите вслух, потому что уведомления не все видят. Почему-то, не знаю. О, прыгай, прыгай! Лох. Вадик, прыгай! Аша, прыгаем на них. Окей, это было весело. Там, правда, это... Я так и не понял, этот вертолет еще можно было им управлять или нет? Ну, там, наверное, нет, такая... да. Там, наверное, такая писечка ему осталась, что я бы не рискнул. Ну что? Ну да, у него кропаль хп остался, и он... Ничего. После попадания ракеты. Так, после попадания ракеты я там у нас уже никого не было. Ну понятно. Но я просто видел, как он не взорвался, а горел. Так, мы, не надо туда бежать, Серега, там край зоны. Да, тоже верно. Давайте займем, может, этот домик. We are inside the circle. Get ready for incoming. Get ready. Да, да, слышишь, да? Что? А это Дим рядом со мной слышал реплики моего персонажа, там по-немецки. Get ready for incoming. Может баунти пойти взять? Да, давай. Да, я тебя прикрою. Окей, блин, я ненавижу этот странный вокзал всей душой, мать его. Но я бы туда не стал бы ходить, они, скорее всего, на крыше, тем более. Вот вижу что-то. Да. Но тем более они на крыше. Как, нам к ним не подобраться. Где он? Вон петухок висит, не хочешь в него пострелять? Хочу. Сложно, там в нас стреляют тоже. Минус. Welcome to great. Let's go. Он еще один. Там кто-то их завалил, и Дима, по-моему. Вот чуваки, вот чуваки. Вот чувак. Угу. Пацаны, Вадик, броню ставь. Вот тут еще броня. Под яму еще. Affirmative.
Heading this way. Минус. Так, новая зона. Надо бы обойти этих ПД, Эрик. Давайте, или вы убили их на крыше всех, или нет? Я его нокнул. Перед нами бежит вот прямо там чувак. Ладно, попробуем прямо пойти на зону, но это не очень хорошая идея, они с крыши там, ну блин. Где Вадик? Куда я смотрю? О, мы там почти в зоне. Давайте в гаражике. Там говорит, Вадик, кто-то есть. Да понятно, ну. Вадюня в зоне, Вадюня, найди укрытие. Мы к тебе подойдем. Блять, я иду. Дим, нормально подобрались. Оп, крыша спрыгнул только что. Крыша спрыгнул. Вот. 78 метров. Вадик, подожди. Ты 6 двигаешь на него, ты нам говоришь. А вот он, блядь, домом там, где голубая метка. Минус. Минус на крыше или нет? Да, на крыше минус. Я подниму Вадика. Осторожно, рядом со мной этот додик может быть. Оу, да, он есть тут рядом. Я его спугнул. Он был вон там за углом. За углом этого дома. Помещайте. Я тут не расстрайки на них. Тим Вайп или Минейп, это, ну, это не тот. Это другая команда. Тут еще есть, да? Это другие. Так, тут мина исчезла у меня на глазах. Это от типа, который погиб. Пацаны, тут армор сатчел есть. Да-да, у всех есть. А у меня нету, давай. Пометь. Ну вот. Красава, okay. Спасибо. Вот здесь. Я накрыл. Этот. Не взял, вот. Да, спасибо. О, газмяск. Где-то. О, у нас магазин же тут есть. Я хочу патроны взять. Так, он секьюрный, интересно. Хуюрный. Так, munitions box. Есть. Патроны нужны? Потому что я буду кидать. Давай. Ну, так, ну мне КРПГ нужны были. А, вопросов нет, если вам поставьте нужны... Поставьте Клейморина. У меня нету Клеймора. Лоудаут. Давай поконтролим этот лоудаут, потому что на него кто-то побежит, но это маловероятно. Вадюнь, там с этого сраного... Ладно, нам надо двигаться, но с этого сраного вокзала... Наверное, вы можете UAV купить и включить. Сейчас UAV все гасты уже. Ну, может, с ГУЛАГа кто-то вернулся, разве что. В смысле, UAV этот работает? Ты чё? UAV не видит гастов. Надо, поэтому все, поэтому мы постоянно хотим гастов. Нам бы вот этот дом бы взять. О, вижу черта. Где? На вокзал падает. Так, давайте обойдем этот сраный вокзал, укроемся от него за этим зданием и куда-то зайдем в зону технически. Let's move. Вот за этим зданием, вот location так, да, его. Let's move. Подумаем, куда бы нам спрятаться, мать его. Фак. О, господи боже, 4 лоудаута. Пошли в аптеку. Вадюня побежал, он жив, так что давай. Вот так, давай, за тут.
рядом кто-то что-то стоит. Блин, давайте обоснуемся здесь, я не знаю, что вам сказать. Тут крыша очень такая покатая, здесь можно пешком по крыше к нам забраться, так что... Enemy UAV, кстати, как может это быть? Yeah, move it. Окей, где Enemy UAV, зона okay. Сейчас? Вон она идет от этого, от ЖД. Давайте... Мы здесь обоснуемся, наверное. Выходит вот. Может этот дом взять? Вот идет, идет, идет. Есть даун кого-то? Давайте на эту крышу, да? Пацаны, вот здесь это было. А там выкупили, выкупили, выкупили. Крышу. Где выкупили? Какую крышу, Дима? А, рядом, которая. Да, давай, давай. Давай вот этот дом. Пацаны, давайте вот этот дом. Там кто-то есть, там кто-то есть. Не, не, никого нет здесь, давай. Я подумаю, если я сушу, я на Dead Silence подбегу. У меня ящик с броней, если надо. Это хорошее место, блин. Это реально хорошее место. 42 метра вот оттуда. Но это не в здании. Это со стороны нашего лоудаута. Где-то. Аккуратно с крышей, блин. Ну, хорошо. Дима, 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 слева от тебя. Прямо слева. Помещаю. Ну вот здесь, но я не вижу. 22 метра, вот там. Вот тут, вот. Ну вот в этой, короче, аптеке сразу. Вот там. Да. Чувак, чувак, чувак. В самом центре лоудаун. Так, там слева еще. Еще здесь. Вот отсюда выходят на синей метке. Смотри туда. Да, я смотрю туда, ты смотри на аптеку, может. Аптека все еще и есть. Аптека, улица Фонарь. Пацаны, сейчас все замкнется на нас, сейчас попрут как тараканы. Снял броню, левый ход. Минус один. Красава. Так, по ним там лупят. Они сейчас, скорее всего, на это здание вылезут. Либо с этого отсюда, либо справа вылезут, да. Так, на аптеке, на аптеке, на аптеке. Еще вот здесь, вот. Да. Отступай. А, даунт, даунт. Так, я перезаряжаю броню. Нас осталось 10 человек. Отлично. Ай-яй. Да. Готов. Убил. Воскреси, воскреси меня. Воскрешаю. Так. 9 человек, блин, много. Слева там откуда-то. Да, мамы уже начинают. Да, уходим, 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 уходим. На крыше аптеки, может. Двое. Так, готов, Team Vibe. 3 человека осталось, сзади меня. Они в гору пришли. А, я учился, пацаны. Выходи, 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 Серега, выходи оттуда. Вторая, вторая, сука! Вторая, это вечер. Я же сказал, я сейчас катана ебану. Давайте посмотрим, сколько человек. Ну прилично, почти 20 человек совершили. Не, ты меня пугаешь, ты как-то...